Здравствуйте, девчонки и мальчишки, меня зовут Алиса. Я сегодня приготовлю пизе. Надеюсь, у меня все получится. Для этого нам понадобится всего 2 ингредиента: яйцо и сахар. Я всегда проверяю яйца на свежесть. Для этого нам понадобится емкость и вода. Если яйцо утонет, значит оно нормальное. А если оно всплывет, значит оно тухлое еще. Это яйцо тоже нормальное. А это... Что там? Все. Яйцо надо разбить и отделить желток от белка. Ой, это как-то, ой, мамми. Яйца с этим белком, желтком. Они какие-то, ой, тело. Ладно, мы пойдем. Я разбил всего лишь 3 яйца. А сейчас мы будем сыпать сахар. Где ложка? Там что ли? Нам нужно 200 грамм сахара. Кстати, написано, что нам нужен миксер, но у меня нет миксера. Нам надо перемешать это все до белой густой массы. Как мы поймем, что готово? Не капает с вилки. Все равно капну. На этом многие могут и остановиться. Потому что и так вкусно. Для того, чтобы сделать красивые безешки, нам нужен кондитерский мешок. Надо быть осторожным, потому что это прилипает ко всем стенкам. Как же это вкусно! Няма-няма! Взяли противень и бумагу для выпечки. Где-то здесь надо.
Сейчас мы будем выдавливать безе в форме цветочка. Вот и я все сделала. У меня здесь цветочек и какашечка. Мы это все добро ставим в духовку на час-полтора при температуре 100 градусов. И закрывается. Сушитесь, мои безешки. И выключаем. И достаем. Так. Ой. Так. Ну вот и наше безе готово. А сейчас я пойду будить родителей. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал и жмите палец вверх. Ня.